С 1 июля следующего года тарифы на электроэнергию в республике повысятся на 3,8%. Повышение связано с выравниванием цен по всей стране. Это не отразится на юридических лицах. Физические лица сейчас оплачивают лишь 50% от базового тарифа на электроэнергию. О возникновении проблемы энерготарифов было известно еще 10 лет назад. Этот вопрос неоднократно ставился перед руководством страны. Благодаря активному продвижению этого вопроса правительством республики были приняты меры по выравниванию цен по всей стране. Утверждаем тарифы по старой схеме, но как и раньше делали, так и сейчас делаем. Да? И до нас доведены предельные индексы Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации. Предельные индексы такие, что для юридических лиц тарифы не повышать, а для населения повысить на 3,8%. Связано это в первую очередь с тем, что для населения у нас тарифы действуют на уровне в 2 раза ниже, чем для юридических лиц. А по законодательству, по методикам, по всем, да, у нас должно быть одинаково. И вот поэтому, чтобы вот потихоньку догонять вот этот уровень, поэтому и дается вот такой предельный индекс, что не повышать населению нельзя. Это решение не наше, это решение Федеральной антимонопольной службы.